Сейчас у нас 8 утра. Я уже не сплю. Приехал на семинар, который организован для безработных строителей. Начинается завтрака. Сейчас мы завтракаем. Бесплатно, естественно. Потом будет лекция. Вот. Потом мы обедать будем. Опять лекция. Там ужинать, опять лекция. В общем, до вечера здесь все это мероприятие будет проходить. Послушаем, что нам тут расскажут новенького. Непривычно вставать так рано, конечно, последние полтора года. Занят поисками работы. Сплю до 12, как правило. А сегодня пришлось пораньше. И, как вы знаете, первые 300 дней безработицы оплачиваются кассой. А потом человек переходит на другой уровень, ему уже оплачивают форшетник, страховая касса, и он уже тогда обязан посещать различные мероприятия, которые организуются для поиска работы. Это может быть и курсы по обучению разного направления, лекции, компьютерные занятия, там помощь специального человека, так называемый йоб-коуч, называется рабочий тренер, помогает составить CV, там всякие бумажки, ну и вообще любую информацию, так сказать. Вот сегодня в частности будут рассказывать, как правильно проходить интервью, что нужно говорить, что не нужно говорить, как себя правильно преподнести, там ля-ля, там много, короче, вопросов. Я забыл эту бумажку, где там перечень был. По ходу дела там буду рассказывать, думаю. Ой, вчера поздно лег, не выспался. Сейчас крепким кофейком взбодрю. Som början på 50-talet kom fram till den här modellen om hur vi människor pratar med varandra, hur vi presenterar oss för varandra, vad andra ser utav oss. Och de hette Joseph och Harry. Och så satte de ihop det här. Och så kallade de för Joe Harry Window. Eller Joe Harrys fönster. Och de pratar om att vi alla människor, vi har liksom en del i det här stora fönstret som är helt öppet, som jag väldigt tydligt är medveten om vad jag visar utav mig. Till exempel nu när jag står här och pratar med er, så jag är ganska medveten om vad jag vill visa för er om mig själv. Och det är också troligtvis det som ni ser hos mig. Eller hur? Ibland är vi väldigt, väldigt medvetna om hur vi ska bete oss, vad vi ska säga, hur vi ska föra oss. Man kan också kalla det här för sitt skyltfönster. Jag väljer att sätta ut i mitt skyltfönster det som jag vill visa för er. Så jag vet vad jag visar. Och det är också det ni ser. Kan ni komma överens om det? Att ibland är ni supermedvetna om vad ni visar. Ni kanske går på en anställning. Ну, первая лекция кончилась. 2 часа сидели, сейчас перерывчик. И будет следующая лекция.
Полдня прошло, две лекции прослушали. Сейчас был обед. Накрыли нам в ресторане шведский стол. Обожрался от пуза. Вот. Сейчас возвращаюсь обратно. У нас будет продолжение. Ну, в принципе, интересно. Кое-что я уже знал. Кое-что услышал нового для себя. Вот. И потом расскажу, что там было. В общем, первая часть была посвящена презентации, как себя преподносить на интервью, как рассказывать о себе, как вести себя, сидеть, стоять, дышать. В общем, психофизические моменты. Как разговаривать, заинтересовать работодателя в своих услугах. Если вы реально хотите устроиться на работу. Ну, короче, кое-что узнал, кое-что узнал еще новенького. Достаточно интересно, по крайней мере, на шведском это было интересно послушать. Так. Ну вот, закончился сегодня учебный день. Еду домой.